ней необычайно интересно в любой поездке. Чувствуешь себя в месте, где, казалось, бывал уже 100 раз инопланетянином. Если она ведет группу по городу, через 5 минут на магнетизм ее оптимистичного голоса собираются сторонние наблюдатели из числа отдыхающих и анапчане. Но самое главное, что мы в исторической части города находимся, а значит, рядом с нами раскоп древнегреческого города Гаргиппия. Рядом с нами находится храм, построенный на месте турецкой мечети, храм святого Ануфрия Великого. В конце экскурсии Наталью Ивановну искренне благодарят, дарят сувениры, рекомендуют друзьям. Бывают в ее группах и ученые, и деканы российских вузов. Так однажды одна из профессоров подсказала ей не билеты продавать на экскурсии, а самой водить группы по любимому городу. Отец нашей героини Иван Никифорович Хохлов, ветеран, прошедший всю Великую Отечественную, защитник Сталинграда, в краеведческом музее с удовольствием подрабатывал экскурсоводом, на работу брал и 5-летнюю дочь. Однажды, когда сразу несколько групп моряков Института береговой охраны мерзли на морозе в очереди в музей, кто-то на полном серьезе предложил Наташе провести группу. Девчонка уже давно вызубрила экскурсию наизусть. В тот день моряки не скрывали слез, когда девчонка очень трогательно и образно рассказала о гибели Дмитрия Калинина. Наталья Ивановна Ващенко окончила филиал Сочинского университета, в котором именно в год ее поступления начали учить экскурсоводов. В своем деле она очень быстро стала знаменитой и любимой. В этом году ее маршруты в Неберджай и на Шапсугу признаны самыми интересными, и со всего края приезжали профессионалы поучаствовать в ее семинаре. За свою многовековую историю турецкая крепость Анапа действительно смогла пережить несколько походов, но последний, шестой, состоялся как раз в 1828 году. Глубочайшие знания, постоянное самообразование и огромная любовь к городу, уникальная память, великолепное ораторское искусство уже давно сделали ее не только непревзойденным экскурсоводом, но и своеобразным брендом города-курорта.